Привет! Вы на канале? Как у вас дела? И подписывайтесь, кто не подписан. А вы знаете, где мы сегодня? Мы на выставке кукол и мишек Тедди. Здесь нельзя снимать, но мы быстренько покажем. Идем. Я. Смотри, здесь какие красивые ручной работы, всякие куколки, мишки. А вон, смотри, мишка, как у тебя, только рыженький. Видишь, Яночка? Как твой только рыженький мишка. Да. Вот такая вот замечательная выставка. А вот смотри, какие красивые эти всякие фигурки. Яна первый раз в жизни пришла на настоящий бал. Да. А вон, смотри, идем посмотрим куколку. Хочешь посмотреть? Идем. Смотри, в баварских нарядах мальчик и девочка. У тебя тоже есть баварский наряд. Яночка, Ян, вот узнаешь мишку? Смотри, точно такой, как у тебя, только рыжий. Очень красивые куклы. Угу. А вот белочка какая, ежик. Вот такая вот выставка, бал, на бал мы не остались, в Воронцовском дворце в Одессе. Яна, ты знаешь, у нас небольшая проблема, мы потерялись во дворце, вот настоящий дворец. Да, плохо только то, что мы потерялись, а вот и папа. Ну вот, ходим здесь уже. Ты как принцесса. Да, как принцесса. А вон смотри, какая елка. Ян, Ян. Тут поют. Настоящий бал. И Яна, как настоящая принцесса.
А там море, порт. Да. А там море. Как тебе такой дом, Яна? Это был когда-то дом. Дом это нет. Я люблю. Любишь новый дом? А этот тебе не понравился? Да. А чем же не понравился? Большой-большой. Здесь, знаешь, в прятки, если начать играть, так в понедельник прячешься, в пятницу тебя находят. Но на каблуках тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук здесь очень тяжело идти. Я, наверное, очень криво снимаю, потому что еле иду. Что стоит? А он похож, да, на Макса. Яна говорит, что это Макс. Тайная жизнь домашних животных. А он похож, Яна. После бала обязательно нужно подкрепиться. Мы потеряли очень много энергии, сил. Поэтому нужно поехать, конечно же, в Макдональдс, Яна. Да? Картошку с кетчупом будем? Здравствуйте. Хэппи Мил. Чизбургер так яблочный? Чизбургер. Да, давайте яблочный сок. Хорошо. Давайте приедем, чтобы забрали груз. А что там у вас за серия сейчас? Интересно. Все есть? Которые здесь запрещены, да. Давайте свинку. Свинку? А может вот того вот собачку, который в индийском наряде? Давайте четвертую. Четвертую. Нанака, сейчас какая-то игрушка, я даже не знаю, что это за мультик. Новая серия у них. Кто-то там поет. Яночка, тебе понравилось на выставке кукол? Да. Во, вон Мишка, вон лежит твой черный, а не видно его. Покажи Мишку. Мы рассказывали, у тебя же тоже есть такой Мишка, как там был. Да. А вон черный сидит на черном сиденье, его не видно. Спрятался. Вон, не видно его, дома покажем, да? Спасибо. Держи. Шарик. Возьмите у меня шарик, мне неудобно ехать. Сейчас, секунду, я не держу. Отдай. Все, спасибо большое. Так мы дома сейчас приедем, будем кушать. Ой. Сколько всего? Отдай мой татакурение. Я вот есть сок. Мне так неудобно, у меня здесь Happy Meal стоит. Кто-нибудь возьмите у меня? Давай мне Happy Meal. Держи. О! Ух ты, смотри, какая машина классная. Где? Красненькая. Ух. И он тоже, небось, приехал за Happy Meal. Открываем Happy Meal, и там у нас ёж, которого мы заказали. Это, оказывается, не индеец, а ёж такой. Сможешь раскрыть? Нет, не получается. Давай я раскрою. Оп. Готов, ёж. Смотри. А ну покажи. Он падает. Он не падает. Да нет, хороший ёж. Это? Да. Она белая. Так, Макс? Да, мы еще не видели этот мультик. Наверное, скоро надо будет посмотреть его. Да. Да? Ну что, картошку будем кушать? Да. Давай картошку. Надо что сказать, пока мы будем кушать. Когда я ем, я глупый не ем, да? Ем. А вот мы обещали показать Мишку. Точно такого же, только черного цвета. Красавец сидит. Ребята, не забываем ставить лайки, подписывайтесь на канал.